Приветствую вас. Если честно, ваша история, ваша ситуация выглядит довольно любопытно. То есть, в вашей работе произошла перегрузка, если я правильно понял. Документы, значит, ввиду того, что их объем увеличился, значит, перестали помещаться в архиве. И вы, соответственно, вынуждены были что-то предпринять. Ваш выход в этом случае выглядит так, что вы стали оставлять документы у себя. Но ведь, согласитесь, вы легко могли бы этого не делать. Но по какой-то причине сделали. Вы легко могли бы не действовать так. Вы легко могли бы не брать на себя ответственность в данной ситуации за эту историю. Но вы взяли. И у меня вопрос. Для чего? Понимаете? Вначале вы пишете следующее. Я делаю экспертизу документов, и после нее документы должны оставаться еще какое-то время на работе перед отправкой в другой город. Пока они ждут своей отправки и досылки недостающих документов, они находятся в архиве. Этим архивом занимаются определенные люди, немолодые женщины-пенсионерки. Объем документов в последний день так увеличился, что они не помещаются в архиве. Я стал оставлять документы у себя в кабинете. Вот для чего вы, по факту, взвалили на себя обязательства по компенсации негативных результатов от, ну, скажем так, ошибки логистики. Ведь наверняка у этого есть какая-то причина. Коли так, то неплохо было бы эту причину узнать. Складывается ощущение, что вы сами захотели ввязаться в этот конфликт. Получается, что вы сами пожелали взвалить на себя ответственность за то, что вот происходит. А теперь
когда эта ситуация больно по вам ударила, вы говорите, что не знаете, что вам делать. Я полагаю, что сначала, прежде всего, нужно определиться с тем, чего вы ожидали, оставляя документы у себя. Нужно сначала определиться с тем, чего вы хотели, оставляя документы у себя. Какие желания вы преследовали. И после этого, подумать, в чем вы не удовлетворены. Дальше. После того, как это будет сделано, уже можно будет говорить о том, как вам из этой ситуации выходить. Что вам в этой ситуации делать? Например, перестаньте оставлять документы у себя в кабинете, возьмите их все сложите и вынесите, например, вынесите их, ну, скажем, какое-нибудь общественное место. Где-нибудь, где они будут, скажем так, в большей степени на своем месте. Мне представляется это вполне справедливым. А как представляется вам? Как вы считаете, справедливо ли это? Я имею в виду, справедливо ли то, значит, если вы будете оставлять документы, которые вам не принадлежат и которые к вам никакого отношения не имеют там, где им место. А может быть, вы рассчитывали на то, что, увидев, что вы стали что-то делать, ну, для, например, организации. Может быть, вы рассчитывали, что увидев, что вы стали что-то делать для организации, люди решат помочь вам? К сожалению, это не так. К сожалению, люди не помогают тем, кто берет всю работу на себя. Это может быть плохо, это может быть ужасно, но это работает именно так. К сожалению.
Еще раз повторю, чтобы вы правильно поняли. Тут важно не то, как разрешить конфликт. Тут важно скорее то, что вы хотели по итогу получить. Что вам было нужно по итогу. Вот это является самым важным. Конфликт, который произошел у вас, решается, как бы вам сказать, не то чтобы, может быть, совсем легко. Конфликт, который у вас произошел, решается через настойчивость и через реализацию определения своих желаний. Конечно, главное, это немаловажно, точнее, то, как вы себя ставите. Повторюсь, сейчас вы пожинаете плоды своего выбора. То есть, решая оставить документы у себя, вы не предугадали и не предусмотрели, что это может больно ударить по вам. Вы берете на себя большую ответственность, чем можете удержать. И люди, не имеющие возможности быть благодарными, да? Я не говорю, что они там, например, должны быть благодарными, да? Я ни в коем случае не хочу это сказать. То есть я не говорю, что они хотят или не хотят, я говорю, не могут. Люди не могут быть благодарными вам. Активно пользуются тем, что вы делаете. Это неприятно. Это возможно. Негативно. Сказывается на вас, я вполне это понимаю, вполне понимаю, что такая ситуация может быть, вот, и все это ваш выбор. То есть, важно, чтобы вы сами себе ответили на один, но очень важный вопрос. Что вы готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась? И готовы ли вы что-то делать вообще? Потому что если не готовы, то помочь вам, я боюсь, что не получится. Вот. Это то, что нужно вам понять. На данный момент, конфликт еще не разросся, да, то есть конфликт не разросся настолько, чтобы, знаете, ну, чтобы совсем уж
как-то вот вас, например, дискредитировать. Поэтому срочно начинайте предпринимать необходимые действия для того, чтобы ситуация поменялась. Сама по себе ситуация, к сожалению, не изменится. Это невозможно. Вот. Как для этого лучше поступить? Что для этого лучше сделать? Я думаю, знаете вы. Ну, хотя бы потому, что вы в этом коллективе работаете. Но еще раз повторяю, самый главный постулат, который я высказал, да, это постулат о том, что вы сами создали эту ситуацию. А значит, возможно, вам эта ситуация для чего-то была нужна. А может быть, такая история, что вам надоело работать, например, там, где вы работаете сейчас. Может быть, вас перестала устраивать работа, и вы ищете, знаете, подсознательно вы ищете, возможность, чтобы с этой работы уйти, например. Вот. Такое тоже вполне может быть. Главное, чтобы вы это для себя признали. То есть главное, чтобы вы признали факт наличия проблемы. Чтобы вы признали факт того, что она, проблема эта, существует. Что есть проблема того, что вы совершаете какие-то действия, значение которых, вот значение этих действий, да, вами не всегда до конца осознаются. Я надеюсь, что вы вот это для себя постараетесь усвоить. Ну, просто потому, что это для вас важно. Вот. Сама конфликтность ситуации заключается именно в этом. Именно в том, что вы действуете вот, значит, ну как-то, знаете, не совсем обдуман. А если человек действует не совсем обдуман, ну, значит, скорее всего, ему для чего-то это нужно. Вот. Мы не знаем пока,
для чего вам это нужно, мы не знаем. Почему вы действуете так, именно так, вот, но я надеюсь, что это можно будет узнать, если вы захотите поработать более, так скажем, приватно, более подробно, вот, я надеюсь, что это можно будет узнать. Надеюсь, что вы захотите, и мы поработаем, чтобы ситуация, в которой вы оказались, все-таки была последней, чтобы она больше не повторилась. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.